И опять в рамках АМК студии я, Андрей Кулагин, провожу вебинар по работе на пленэре в городе. Я уверен, что эта работа с вами принесет нам очень много нового, очень много открытий, откровений, которые мы с вами еще не делали и, возможно, с чем вы не встречали. Но я уверен, что эти вопросы возникали у вас, и мы с вами их сможем решить сообща. Что же это такое? Вы слышали музыку города, который я очень люблю, это Киев. Но мы расширили пределы, так сказать, нашей местечковости. И рассматривать мы будем городской пейзаж глобально. Что это значит? Пейзаж города, как и пейзаж лесной, морской, включает в себя перспективу линейную, перспективу воздушную, но что родился и вырос я здесь. В городском пейзаже добавляется еще нечто, что не просто его отличает, а делает работу усложненной. Это значит, мы делаем портрет города. Я всегда говорю, вы можете передвинуть пенек или кустик во имя композиции. Здесь вы можете передвинуться сами, но никакой предмет или здание вы не в состоянии передвинуть, потому что люди, которые живут в этом городе, знают, что это здание именно такое. Это портрет города, и в портрете нужна точность, соизмерение предмета или здания к зданию и удержание этих вещей в каком-то пространстве и единстве, то есть сложность городского пейзажа вырастает во много крат против того, что мы изучали ранее. А значит, мы попробуем эти вещи поступенчато изучать. Это первое. Второе. Город без людей. Безлик, пуст, он не нужен никому, если в нем нет живых, населяющих этот город персонажей. И эти персонажи очень сильно отличаются своим культурным, национальным, какими-то особенностями. Люди Востока не похожи на людей Западной Европы, а китайцы не похожи, например, на африканцев. И мы постараемся как-то коснуться этого вопроса. Эти люди и там разделены на классы богатых и бедных, несчастных и уверенных в себе, женщин и мужчин, озлобленных и дружелюбных. И это тоже нам предстоит с вами изучить. Иначе говоря, характеры персонажей. Мы не будем делать портреты. Портрет – это дело следующих наших встреч. Мы будем делать характерные фигурные композиции и постановки этих людей. Я надеюсь, что у нас с вами все это получится, и мы сделаем хороший результат. С вами был Андрей Кулагин. Итак, дорогие друзья, мы стартуем 4 июня 2015 года в 19:00 по Москве. Предварительная регистрация обязательна. Мероприятие пройдет в нестандартном формате. Данная тема будет раскрыта как в рамках АМК-студия, так и в рамках проекта «Живопись. Секреты мастеров». Мы ждем вас!